Добрый день, дорогие друзья. Так, связь есть. У меня есть очень важное сообщение для жителей муниципия Белз. Значит, сегодня 16 августа. Я хотел бы обратиться ко всем бельчанам с просьбой о встрече. Я приглашаю вас 2 сентября в 17:30. Здесь у нас достаточно большая площадка перед зданием примарии. Вы все знаете прекрасно, значит, где находится у нас памятник Штефану Челмари перед зданием примарии. Вот на этой площадке я хотел бы перед вами отчитаться о моей работе примара. Я хотел бы отчитаться перед вами за то, что было сделано, за то, что я и моя команда не успели выполнить на данный момент. Я считаю, что было бы правильно, если бы мы, как я говорил, посмотрим с вами друг другу в глаза. У кого-то из вас, если будут вопросы, я с удовольствием на них отвечу. Решил провести ее именно 2 числа. Это четверг, в 17:30 вечера. Мы с вами увидимся и переговорим.